как стоите, так и двигаетесь. Мы не хватит мест перед тем, кого это. Соблюдаем порядок, кого не отгоняем, не тараним, не подрезаем. Приблизительный район, где техника. Василий, наблюдает. Подайте кто? Под обстрел. Я наблюдаю внутри. Это лавки вопрос скорее. Стас, видите технику? Кирс, стоит карту, откройте. Приблизительно маркер на технику противника. Тейлор, Старлей, вылазите на гору на 90, метка стоит. И смотрите весь запад абсолютно. Принято. Кое, обеспечьте пока прикрытие лав. Принято. Вообще, чтоб синка зажала между хаммерами. Сейчас я откачу хаммер. Ой, ты когда... Да, давай, то он сейчас это... Ой, когда будете продвигаться, ты просто за водителя хаммер с М2 будешь, окей? Въехать. Повтори. Когда будем продвигаться, ты водителя М2 сядет. На нем ехать. М2 где? Хаммер с М2. Я еще лично с вами. Принял. Флейкер, ты с нами? Отлично. Тебя слышу, брат, сейчас нет. Ну лучше хотя бы. Походим на гребень. Давай, осмотритесь по-быстрому прям. У нас времени не особо много. Ну слушай, что застревалось? Лавка. Давайте пока с лавкой. Викер нерабочий, скажем так. Штаб на связи. Какого? Это Skyfox, я там под обстрелом техникой. Чуть-чуть южнее смещусь и буду смотреть, чтобы к вам по ущелью не зашли с востока. У нас осталось полтора часа. Что за разрывы там у вас? Техника по нам работает. Вот! Обстреливают молодост. Поставлю метку, тут очень удобная позиция для лавки. Смотри, мы выгоним, пока технику не заметим, потому что у них танки и прочая херотень. Лавка стреляет вот из... Меточку на лавку можете конкретную дать? Попробуем стол отработать. На лавку? Кот. Ты? Увидит, но нет. Так, это ТГ, мы прибыли, метку на себя поставим. Да, повторяю, по кому лавка работает, поставьте меточку на нее. Какая лавка, БТР работает? Та БТР техника где есть, метки сегодня? На БТР маркер стоит. Восточный молодост на дороге стоит. МСП, метка Лавкач 2 пеха еще актуальна, противник наблюдается. Один, два, Чарли, на связь. У
Кот, какую-то пехоту по азимуту 90 наблюдаю, одного человека. Не знаю, свой, не свой, сейчас рассмотрю, секунду. Вот у противника, там совсем не должно быть. Сталей, смотри, около дороги, где бункер есть. К дороге он спускался, сейчас его уже не видно, скорее всего. Атаман, наблюдая технику на востоке от вас, получается. Ставлю метку. Ветер, у тебя сейчас связь стабильная или нет? Стабильная. Стабильная, да? Тебя услышал, с Кёнигом пытался разговаривать и частями слышал, частями нет. Частями нет какая-то. Я пошел на холм, на ноль, посмотрю, оттуда видно бета противника или нет. Кот, он маркером прописал, что давно не видел эту пехоту. Так, это наша. Лево, наблюдаешь на 90? А что вот мы должны наблюдать на 90? Наблюдаю трассера на 80 из города. Летят зеленые. Старлее, выдвигайтесь на метку 1К и попробуйте от метки на противника. Танк вышел на позицию? Принял. Далеко из нести. Жмите на 90 на гору и просто осматривая от 90 до 180. Вы на позицию вышли? Как нет, нам очень долго ехать. Нам на 90 метров. От нашей позиции на северо-запад был замечен БТР. Судя по всему, вот тот вот холмик с камнем на зуб похож. Смотрите на север северо-запад. Тейлор, Вигер, продвигайте. Блин, Тейлор и Старлей, продвигайте заметки 1-1 кило. Очень осторожно, там замечен некоторое время назад был противник. Там есть он, есть в городе. Это Фокстрот, на вершине холма уже противник, как приняли. Принял. Меточка, ставь, лавка отработает. Так, как придем, я юго-восточную часть, я северо-восточную противник. Часть. Принял. Обрабатывайте всеми отделениями, которые находятся. Ты что такое? Вот он, на метке спешине или там, где выехали? Стреляли, что ли? Нет, выше нас, на метке спешине. Нет, это у лавки здесь. Где вы на МТВ респектили, да? Ветер подполз близко к лавке, его лавка остановилась. На метке спешине, блин, нас заберем. Ладно, метку поставь. Сам, главное, рядом с ней остановись. Техника на востоке. ДК, если сможете, помогите. Нового у меня что-то. Старый слышал на востоке, да? Пушку бил. Стап, это КТГ, у нас есть ВТР 50, приехал, дают. Тейлора срезали. Стап, как принял. Тейлор сейчас, посмотрю, мертвый. Так, Тейлор живой. Скажите. Отползай, Тейлор. КТГ? Да. Где Тейлор? Куба, надеюсь, есть. Живой, живой. С востока от Молодоста танк замечен. Тейлор, с востока, да? Да, азимут где-то 60-70 меня накрыл. Убиваем БТС там какой-то. Да? 60-70 меня прилетел. А внимание, Старли, от вас 60-70 песочки находятся свои ГРУшники. Спасибо, там где-то БЭХа вторая. Нет. И до хера пехота бегает. Дистанция 600-700 метров.
Оттуда по мне трассер прилетел. А, поставил на себя актуальную метку. 100 метров от вас, азимут 50. Принято, спасибо, вижу. Пятинец какой-то, это не ваш? Сталин, нас походу кто-то пальнул из холма. Не наш, не наш. Это вражеский. Все, что это, возле этого, с востока от Ладоста, это все враг. Они вдоль дороги бегут, забегают уже в город. Валите их нахуй. Кинем тебя, валим их нахуй. Орлей, южнее, юго-восточнее от вас, на холме противник. Мы... Надо Бэху. Бэха азимут 30 от нас. Азимут 30, едет на север. Принято. Прямо по полю едет, падла. Теперь азимут, ну, еще 30 пока что. Мадрик, прием, Мадрик. Ну, Теллар, не вижу его. Азимут 25-30. В лес заехал. Вдоль линии электропередачи едет. Говори, Грот. Вот линия электропередачи, да? Да-да-да, сейчас спустился, за склон его не видно. За дальний склон, да? Нет, не за дальний, за ближний, вот за лесок вот этот. Перед лапом. Там трассера видно, стали 21. Прием. Да, Грот, говори, слушайте. К технике близко не подходите, она подпрыгучая. Чего? Отправляю, партнер. Отлично, отлично. Пяткин, это вы тут работали? Да. Будет управлять дом. Там на горе, на вершине никого не видно. Кот не умер, кот бот. Нет, никого не видно, на твоей меткой все чисто. Кстати говоря, у нас один боец идет к тому, которого вы убили, его не убили. Скорее всего. Ловкачи, они работали? Стрелей, смотри, азимут 105. Может быть, да. Я тебя сейчас не долбанули в танк. Танкисты на связь. Орле, знаешь, сколько у вас там сейчас? Можете метку обработать севернее Молодоста. Возможно, ставьте метки, я буду с лавки отрабатывать. Дом, да. Мы сменили позицию, к нам пехота подходила, а у нас в прикрытии пехоты не было. Мы уехали уже. Орле, южнее камня осмотрели. 200-300 метров. Восток. Камня какого имеется в виду? На метке на юг 200 метров камни. Брат. Да, конечно. Восток. Смотри, там никого нет. Мы во всяком случае никого не увидели. Камни полные, там можно спрятаться. Принял. Ничего. Кто я? Теллар, не пойму, о каком ты пехотинце говоришь. Я наблюдаю хорошо. Значит, этот самый. Развалины, пехотинца не вижу. Там, по-моему, весь рус стоит, или это пехотинец? Помогите, Юник, на связь. Нет, Юник, а что там за синяя метка твоя? Стрелком разберемся, по-моему. В юго-западе. Принял. Отделение, которое на Клопачу на метку поднимается, ответь. Ой, на связь. Старлей, Старлей, азимут 320, кто-то там стоит на горе, нет, два человека. Свои, свои. Однозначно. Коля, значит, на север поднимись на ноль, север, найди бот кота и как-нибудь спусти его пониже. Может быть, если есть носилки, на носилки его положи. Сыной, грузите его в машину. Подожди, подожди. Ставить, 320 враг. Так, метку. Три человека минимум. Лавка, которая на горе, ты по базу работаешь. Быстрее, а пожалуйста. Орли тоже быстрее, нет. Ставь метку. Слон на 300. На 0. Там где-то был на горе, на 0. СВС, спецназ, на связи. Орли, жду метку. Сейчас, знаешь, как привязаться на метках казака, вот там
совсем казак, вот там вот враг. Привет. Танк уничтожил, по-моему, нашего бойца. Нет, 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 это я случайно фугасик туда запустил, я прошу прощения, ошибся. С юга. С юга подходит наверх. Алло, Стас, ты метку на себя можешь обновить? Уничтожить лотача. Себе метку проставь, Никас. Да, потому что как к красной метке совсем казак поднимается противник с юга. Три человека. АПТДР, мы высоту заняли, не уверена, что она чистая, но смотрите, по нам не отработать. Браунс, передал, на всякий случай, поставь меточку, старлей. Неград, обнови на себе метку дополнительный канал. Метку я обновил. Да, принял. Не видно. Чертик, сади, сейчас выйдем, отработаем по ним. Где же в нашей? Давай, азимут 0, да, выйдем. Старлеич, попробуй меня навести, ладно? Да. Азимут, не вижу все, они в камнях где-то потеряли. Азимут 0, чертик 0. Не замочите, дыры, дыры. Флот, дыры. На связи. Азимут 5, технику. Перед вами, смотрите, не замочите, метку обновили. И пехотинец. Принял, возможно, свои. Перед вами 200 метров. И катай, спускай ниже. Если не можешь найти, то сам спускай, если не это. Умирай. Или? Стап, это танк. Мы сейчас видим на зеленую метку. Вот, значит, на около самов находится противник. Мы сейчас выкатываемся, куда там отдохнуть. При высоте только что увидел двух... Вот, последний раз Бэхом наблюдалось, поразим тут 20 от нас. Далеко очень. Уже не видно. Прям рядом с вами сидят. ПДК. Последний? Главное, нам ничего не словить сейчас. Танк, аккуратнее, аккуратнее. По связи. Так, чертик на склоне, тормози. ТГ, мы перегруппировались, у нас осталось 5 человек. Еще, 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 еще. Метка актуальная сейчас стоит. Принял, БТР-70 уничтожен. Стоит обугленный. Вижу все, молодцы. Продолжайте движение. Это лапки. Тебя на связи вылетел. Вон, вот совсем БМП, скорее всего, вы должны выше видеть нас. Вы выше, чем мы, вы должны ее видеть. Парни, парни, остальные. Движение возле квадрика бегает. На хомерах наших, кто на 90 выдвигайтесь на гору. Так точно, вижу противника, работаю. Какое отделение бегает? Наше отделение. Видишь, что это противник? В камнях стоит с зеленой каской, ну конечно противник. Азимут, азимут какой? Азимут 17 от БМП. Вейкер, ДВЗ, все, не БМП от нас. БС на связь, на командир. На моей метке имеется в виду? Да. Давай мочи его, если уверен. Он один там был? Там двое было. Что без просто? Там 2-3 человека бегал. Да, повтори, да, вот, да. Камера на 90, да? Да, правильно, давай, правильно, вот там было. Чё, давай, да. Стой, 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 куда? Там, левейка туда, северо-запад. Смотри, хаммер в вашу сторону наблюдает. Видите кого? 27-33 находится. Дружелюбно, не дружелюбно. Принял. Повтори, хаммерам на 90. Хаммера все, и пехота, которая... Стрелковая. Вы что, вам что же ли, банка? Я тебе кто-то скажу, а нам просто стрелковая бьет. Принял. Старлей, у вас чисто? Там попадание. Не знаю, давайте голосом общайтесь, я не слышу ни хера. Вот, ну вот одну метку поставили, слон отработал, но там еще есть враг. Больше мы никого не видим. Слушайте голосом, слон. Метка чиста? Езжай. Вроде да. Мастер на связь. Принято, выдвигай. А сколько далеко на 90 кон? Определимся. Вот, смотри, где я бегу, сейчас меня увидишь с горы. Второй хаммер и вся пехота тоже сюда. Все, вы на связи? Так, скорее всего, вражескую бэху уничтожили на 20. Уничтожили ее, да. Да, бы уничтожили ее. А черт, не тормози. Ровно на 90, вся пехота наша. Давайте бегом. И хаммер тоже, кой, возьми его, СМ-2. Остальные, даже дальше на 90 пошли до следующего холма. Загоняй на 90 ровно. Вот, а прикрытие будет какое-то у нас? Танкисты, вы далеко от молодости ушли. Да, Лон, чуть ниже спускаю, до следующих камней. Где он? На связи? Снял. Метку поставлю. Подымался можно? Чисто спереди? Да, можно. Не выезжай, не выезжай туда, не вздумай даже. Только за склон не переваливайтесь, мы не видели сейчас. Ну да.
план, метка у Дакакот актуальная, туда похуй, туда гоните машину. Принял. Бля, смотри, азимут 40 от нас, два трупа. Дайте их. Вообще в упор лежит. Блей. В упор лежит? Да-да-да, два трупа, вон, метров 300, 400. Ну поехали, хамера, блядь, назад сдайте. Спину. Найдите его, мы у нас здесь отличные полеты, может не стоит пока что. Это без прикрытия. Вперед, обычный. Тейлор, это первые, которые на западе резкие, скорее всего, они под раздачу попали. Пехотное отделение, вот хлопка жива, нет? Все, начинайте штурм Нуры. Персик, давай, азимут 0, еще раз осмотрим камни. Red Devil, на связь. Сегодня вижу твою метку. Старлей, ты куда сместились с Тейлором вместе? Стар, на моей метке, я спустился ниже, на северо-восток, буквально 50 метров. Эй, там мне нужна лавка на метке УДК, сейчас будем выдвигаться, чтобы в тепла посмотрели. Момент. Василий, на связи? Все, тепловых засветок больше нет противника. Стап, приоритет движения ОДК такой. Пёртик, отсюда азимут 90 вниз. ОДК пока, поддержка. Если большое количество противника будет на севере, выдвигайтесь на север. Ребят, русские в форме зелёной, если да? На юге, выдвигайтесь на юг. Точно, форма зелёная каска. Принято, тогда мы сейчас будем весь запад с твоей позиции осматривать. Сок, точнее. Или где твоя метка? Едем на тебя. Метка рядом с ДК Сент-Лише, северный. А, так. Ну, только я ее не вижу. Не могли бы к нам пройти? Продублировал. Хоть одну задачу выполнили или не выполнили? Еще. А, ничего себе. Ну, ладно, мы выдвигаемся туда. Чуть-чуть правее. Сейчас поставлю актуальную метку, быстренько выкатитесь. Стойте пока в ложбинке. Метку поставь, чтобы вернуться. Так, азимут, получается, от нас ровно 150, 150 азимут. Два человека, не знаю, свои, не свои. Возможно, свои. Разреши, так я один остался, на молодос, аккуратненько выдвинут. Там по метке, 150... там, то ли строго, что ли еще. На метку АТГ Матрикс, два бойца в домике. Парни, метка ГРУ Егор актуальна? По-моему, метка ГРУ Егор уже не актуальна, как часа пол. Так, передали, что метка ГРУ Егор не актуальна. Некрас, оставайся на позиции, веди наблюдение. Фак. Хер его знает. Сейчас тоже свои, не свои. Идешь наблюдение, иди да. В эту сторону. На позиции, начинаем огонь подходим, видим. Принял. Постарайся ориентир дать. Ваш танк. Ориентир из соседней горы на юге. Метров на другой горе. Километр, 800 метров где-то так. Это пока в оптику, смотрите, не огонь, а на самой вершине стреляем, на самых верхних камнях. Чертик, выскакивайте ровно на метку ДК Кот. Канал, сейчас проверьте. Поставлю актуальные. Точно не в тот канал. И камнем. А нет? Они, скорее всего, тоже нас видят. Проверь, на что. Он метку обновил. Все, наблюдаю. Повторюсь, для это враг. Это враг однозначно. Азимут, дайте. Лавка, азимут 155. 155 принял. Соседняя вершина. Соседняя. Твои вершины не выйдут. Выезжайте лавку ровно на метку до кокода. Их там целое отделение. Блять, там целое отделение. Ты что делаешь? Дыры, дыры там. Некрас, давай КТГ. Азимут 145, это дыра в камне. Резервно. Спрашивай вас. Блин, на метку до кокода. Встаете вот так. Ты видишь их? Вижу, проверь. Прям за камень. Сюда. За камень заворачивай направо. Уйди, пока задавит нахер. ДВ, где находишься сейчас? Нет, ДВ остаются прежние. Ха! Что это показало? Таман, мой маркер наблюдает. Знаешь, где лавка находится? Да, мы не вообще оттуда не светить, я тебе говорил выходить туда. Ах, ты сейчас выкатываешься на 90, еще. Секунд, ДВ, подожди, ни хера. Маркер на себя проставьте, ребят. Сейчас выкатываетесь на 90 метров 30 и просматриваете весь от 90 до нуля. Все тепловые цели работаете, наших там нет. Принял.
штаб, это... В текстуру заехали, наверное, назад маленько сдайте. Лавок цели не наблюдаю. Штаб ФДР, нам дали... И внизу тоже, в деревне на 90 ровно. Так точно, так точно. И на нашей точке все чисто, начинайте вместе с ФТГ штурмовой шахтой. И, пожалуйста, да, Азиму там 270 подальше сюда. Левую сторону посмотрите, повторяю, если на вашей точке все чисто и на востоке от вас, продвигайтесь вместе с АТГ и штурмуйте шахты, уничтожайте радар ПВО. Вообще тепловых целей нигде нет, правильно понимаю? Так точно. Давайте назад за камень за это. Какое у вас количество, какое народу? У нас 6 человек. Вот, а радар же можем поразить уже, да? Да. На севере, ну поразите радар на севере. Не, маркера Матрикс Анархии. Азимут 3, 5. Уходим на... Вижу прекрасно, в центре города радар. Стоп! 5, Грот, идите на шахте, мы тут сами разберемся. Рядом с большой эскадретом. Так, внимание, тепловая засветка, Азимут 83. Тропа. Работаю. Чуть-чуть вперед дай. Стоп, передаю, что с метки ОДК, радар Краник, видно хорошо, можно отработать. Отработайте с танка тогда, АТГ и ДР. Стоп, машина. Работаю. Тут метки УДК, СПОУ, можем отработать артиллерийскую РЛС. Отработайте с танка. Дистанция большая, не достаю. Популяцию зашпитываю. Да, два ряда с РЛС. Нет, это, блядь, с РЛС. Понятно, достаю. Для танка поставьте их хотя бы. Льёшь тут, блядь. Я почти 3 километра должен доставать. Ты можешь этот самый уничтожить запад. Да, цель прорвил, внимание, цель поразил. А 320 это все-таки наша пехота или не наша бегает? Все, радар на нулевую сторону. Ты что, скинты не должны уничтожить. Отлично. Ее сломали уже, все, она упала. Да, радар уничтожил. Радар ПВО топом на ТГ. Окей? Она вроде бы поразил цель, она не стоит. Теплый будет еще полчаса. Остальные отделения, Росман. Линии, Азимут 5 от лавки. За городом далеко передвигается отделение пехоты. Туда не работайте, это там не наша зона ответственности. Очень хорошо видно сейчас их. Очень хорошо не видно. Не работать, там есть кому работать, и танки, и отделение. Работают по кому-то очень успешно. Это не наши проблемы, парни. Дай, чтобы не поразить. Все-таки на 320 наши, не наши. Штаб, повтори еще раз. ОДК куда дальше выдвигаться? Лавка ОДК, на Росман, ОДК, САБы, танк, ОМСВ, ВС, ЦТГ идут на Росман. Несколько тепловых засветок, Азимут 83. Правильно. Пехоту чистим. Подожди, подожди, не отрабатывай. Без тепла, смотри. Метки наши есть. Там она вылетит. Харри, вообще никого нету меток. Василий, метка актуальна? Задача Старлею Тейлору выдвинуться на зеленую метку ОДК код и осмотреть всю нагару. Приняли? Приняли. Двигайтесь. Судя по всему, мертвый код. Давайте, парни, не светитесь, чтобы бэху не выехали. Строй там возьмут. Наблюдаю, они не могут обновить, сейчас за них обновлю. Зеленая группа, это вы сейчас задымились? Да, это они. В южную часть леска. Ой, и гром, находитесь постоянно на прикрытии лавки. Мы сейчас с танком работаем. Да, по вам это? Ты держись, Тоу. АТГ, прием, у вас, короче говоря, целое отделение пехоты на хребте где-то. Я метку приблизительно поставил, не уверен точно, что правильно. Штаб, это Skyfox, я наблюдаю бой, северная группа отходит на восток, у них потери. С один танк или два? Никакой один на запад. Вопрос, если люди светлого цвета, темным цветом, что подсвечивает? Холодная, фаговая. Не холодная, а техника металла в основном. Принял. Старлей, когда не давит... Там бэха еще видишь? Бэха поднимается на склон. Это бэха или кто там? Да, взятки на это бэха там. Стоп, это КТГ на 70 от нашей метки по нам открыл огонь кто-то, техника.
подъема, да? По подъему, короче, ПЭХа движется. Какая техника может идентифицировать? ПМП. Да, ПМП. Эй, со своей метки посмотри, пожалуйста, вниз на долину Найгуль. Никого там, никто там не тусуется. Посмотрим. Может, запад, ой, весь восток будет наблюдать Тейлор. Эти, только скажите обязательно. Код водитель М2 АФК поставить. Метка точно стоит, короче, там пехота и плюс БМП. Я за мной бегал. Который я еще не видел, но бойцы маркер меня видят. Маркер поставили на нуле. На 40 бэх вычислили. Капкин, БМП отработай, а. Капкин, прием. На меня смотрит или в другую сторону? А, на вас смотрит, отъезжать. Я только выйду, но мне туром с ними, блядь. Привет, наш мир. Только она уйдет, дуло повернет куда-то, сразу скажи, я выйду от работы. Нет. Наша немножко южнее. Лавка и вся компания, выдвигайтесь на 90, дальше метку на себя поставил. Актуально, здесь низинка очень хорошая. Зеленая метка, да? Нет, красная метка, вот и как. Принял. На 90, поехали. Танк, я подхожу к молодосту, возвращаюсь, ребят. Скоро смогу работать. Кот, мы, конечно, очень открытые сейчас на твоей метке. Смотрите сами метку актуальную, где откуда ты можете смотреть, и оттуда... Сбежали. Так, Обзяткин, она значит поднимается вверх, но до сих пор на тебя она смотрит, так что не выкатывайся пока. Пока не выкатывайтесь, чертик, стой. В низиночку пока отпусти. Здесь не видно, как я просматриваю. Блять, Векер, куда поехали? Я метку поставил ровную. Спустите в ложбинку. Пёник, ты где? На месте, вот этого. Я говорю, выдвигайтесь все на красную метку, да как вот. Так, все, она отвернула пушку. Векер, убери хаммер, мешаешь. Она уже на хребте. Векер, ты его вниз, в ложбинку на 270 сгони. Я скажу взяткам, если она будет выкатываться. Не, я за рулем. Давайте скину тебе. Архив, ну давай. О, сидит в камере в том М2. Какой ты? Давай заводить. Да. Гони на красную метку, блядь, я же сказал 20 раз уже. Да нет. Слепец у тебя есть. ТГ на ДВ кто-нибудь. Вот, Гривел, кто работает у Дэра. Домой. Работает эта лавка, Дэра. Молодой у вас, да. Точно, лавка. Вегер, выйди, пожалуйста, и покажи, как куда ходит, нужно машину вот так на трассу, он не может понять. Да, Кёник, заехал нету. Туда, ведь любится. Блять, заехал есть? Слева, туда отгони. На месте. Пожарская техника есть? Окей. Так, Старлей и Тейлор. Ничего пока не туда. Осматривай, не туда. Выкатитесь на 90, осмотрите весь запад. Своей позиции. Принято. ПС, пошли за мной. Давай. Что ты имел в виду? Я имел в виду, лавка выглядит сейчас. Позиция запад, просветок не наблюдаю. Принято, весь запад смотришь, да? Ставить восток. Извиняюсь, восток видишь что-нибудь или нет? Момент, восток надо повернуться теперь. Восток, засветки, два хаммера с пехотой. А, принят. Лес на 90 чистый и с домиками. Мент просматриваю.
с этого расстояния ни хера не будет. Сейчас уничтожим БМП, подходим к ним. Ты просто за мной держись и все. На 90 за светок не наблюдаю. Саман, это Skyfox, нам куда перемещаться? Сколько вас? Трое. Включайтесь туда же, ЦТГ, МСВ и БС. Компания общая поставила меточку на слон, выдвигайте сюда. Что, ну, до конца зачистить, я на раз. Метка УДК код актуальная, это кроме Старлей и Тейлора. А ты где-то там на Б-ку сейчас выйдите, аккуратнее, там еще отделение пехоты. Ваш человек уже очень близко. Не надо, казак идет со своими. А, Тейн, рассмотри, пожалуйста, высоту 21-41. С камешками. Азимут. Вот у тебя 30 примерно. Камней много и высоточка небольшая. Эй, ты на гору осматривай. Да-да-да. ТГ, ну я же вам сказал, ё-моё, ну вы чего? Адейл, а можешь метку какой-то конкретно на БМП поставить? Метка конкретная поставить на БМП. Момент стреляет по нам. Было бы идеально, если бы ее и стол. Мы еще с танкой по ней работаем, попадаем, нет? Да, по-моему, мимо пролетело. Сейчас подкорректируют. Так, Азимут 76, поехали. По-моему, рядом попали, блин, не видел точно. Смотри, куда ты... Живи, прави. Уезжает, она уезжает. Так. Стоп. Азимут 40 просматривал весь, там где-то баха катает. Это бэха, это метки-то нету. Бэха, бэха в вашу сторону едет, Дэвил. Стоп, машина. Тейлор и Старлей, я поставил меточку УДК-код, УДК-код, пятьтесь бегом туда. В соточку в город входить не будет. Нет. Десятка, которая. Отлично. Тейлор. Да. Да, не туда, Азимут 60 она. Сейчас, сейчас, Экс. От нас Азимут 45, примерно. А ТГ, нам танком помочь, молодой? Видимо, 150 присягает. На этом БМП катает, судя по карте, где-то на 130. Улетайте пока ту сторону. Прием. Не возле вас. Скоро вдалеке хаммер наш стоит. Вон, выкатись на холм, где я нахожусь, на минутку буквально. Азимут 90, снизу и дальше посмотрите вот этот поселок на гору. А мы и так на этом же холме находимся. Все, вы все видите ее полностью? Да, да, никаких засветок не вижу. Вот в ущелье такое гряжестая высотка с камнями, за ней проселочная дорога. Да, мы на связи, можем помочь. Я все, я понял, я туда иду. Давай, Азимут 80 еще чуть-чуть. Только дай мне, я тебе сейчас помогу очень. Да скоро там я будет. Тебе помогу. Маша, очень хорошо. Хорошо. Через 30 секунд. В общем, сейчас, секунду. Прикрывайте, ФПС, за мной Азимут 60. Чуть-чуть левее по этому хребту. Сейчас БФ попытаюсь найти.
Да танк, ты Бэху сначала вынеси, пехоту мне оставь. Бэха уехала от меня за дальность, за зону видимости. Я бы ее убил уже. Вы, ребята, не стали, так что... Значит, танк, с моей метки, Red Devil, вот красненькой, ты пробить ее сможешь. Принял тебя, еду к тебе. И поэтому вы ее не видите. Ее примерно 2.5 километра. 2.400. Юго-восточнее 100 метров. Вижу, вижу. Тоже буду носить к вам на эту гору. Танк Бэху выбили. А вся колонна, азимут 60, склон, ты видел, куда я побежал в ложбинку эту? Съезжайте сюда все. Ты отъедите уничтожение. У нас там видимость будет плохая. Так, потом дальше выгонимся на 60. Сейчас, секунду, осмотрю еще раз. Ребят, я тут уже полчаса катаюсь, вам в молодости помочь или как? Здесь один недобит. Год, что мы смотрим отсюда? Окей. Подъедет также запад. Стоп, извиняюсь. Да я к тому, чтобы мне потом в спину с ОПГ чувак не прибежал. Вся колонна, продвигаемся дальше на 60. Запад, ДР, нам дальше куда двигаться? Вы ПЗУ уничтожили? Не знаю, мы на метке были, потому что Бэха нам не давала пройти. В момент Бэху уничтожили, можем двигаться. Маркер на выбитую Бэху и выдвигаетесь в шахту. АТГ на связь. Айзман 59, поехали. АТГ. АТГ какая группа нужна? Молодост или которая штурмует? Которая шахту берет. Ком, то вы выезжаете? Нет. Продолжайте запрос. Нет. Лей, продвиньтесь азиму там 80 за низ за склон спуститься, чтобы. Да. То есть спускаемся и поднимаемся на следующую высоточку, да? Да, именно так. Двигайтесь, надо ПВО выбить. Тоже спускаться и подниматься, тут все нормально. Колонна, продолжайте движение, азимут 70, спускаемся вниз еще через склон следующий. Я метку поставлю сейчас. Молодост, один АТГшник и... по-моему, свой нехас. Ави. Юга, машина, стоп, машина. Восток, правда, открытый. Поставил актуальную метку, спускайтесь туда. У нас осталось 50 минут. Нормально. Как принято. Хамера далеко, азима 60, две штуки. Видим пехоту, вылезаем. Вот нам один распан осталось зачистить. Две зоны надо. Где еще? Распан и заварак. В Лализаре вроде нет. Где стол? Надо ебашить сейчас в распане, чтобы не заходить в него, да и все. Она может быть спрятана, техника. Рулей, бегом. Вон, осмотри, пожалуйста, эту зеленку всю, которая на идет с юго-востока на запад. С юга, да, востока на север уходит. Старлей и Тейлор, бегите азимутом ровно 90 до, чтобы всю зеленку эту просмотреть. Мне надо пересечь эту зеленку и выйти на следующий холм на 90. Принято. Пойдем. Двигай за тобой. Все, Кот, тогда мы марш-бросок километровый делаем, переходим. Да-да-да, давай. Да, ТГ, молодость, ушли, давай идем. Сейчас поставлю новую точку. Поставил новую метку, выкатывайтесь, за вами хамера выкатить. Кто там останется с колонной и обеспечит прикрытие лавки. Вон, как на метку куда как вот выкатитесь, осмотри весь горизонт на востоке, вершины холмов. Кот, ты бы лучше на зеленой метке, а то я наш
теряем. Ладушки, ребята, АТГ, обстановка у вас как? Как вот сейчас, которая? Все, выкатывайте. Мира тоже. Азимут 65, поехали. Ладушки, идут бой, уж не беда. Старлей, не туда ты должен пойти был. Ты должен был от нашей метки, вот как вот, ровно на 90 выйти на высоту 21.09. Ты ниже намного. Еще раз, высота какая? 21.09? Ставил метку, ты должен на нее выходить. Оп, машина, все хорошо. Вот мы на месте. Да, смотри, всю восточную зеленку просмотри и вершины холмов на востоке. За мной держишься, да? Лавка, слышишь меня? Я перед тобой сейчас нахожусь. На метке АТГ вил. Кто там поехал? Пехоту. Пехота русская, и там труп у нас. Вроде чисто все. Принято, ладно. Вот на этом хребте. И бегом мы эту зеленку, потом на машинах проскочим, все. Все, мы бежим, бежим, Сэвер. Лавка на ДВ. Автодеров. Чуток ниже спустите. Автодеров на ДВ. Во-первых, видно будет, работать издалека не будет, во-вторых, зеленку посмотрите в теплак. Какую именно метку? Это ДВ вес. 31 красная метка, там у него руки лежат нафиг и бегает пехота против. Блин. Вертик, ты глуши машину, а то у нас уже 1/3 нету. Ты можете заправить, пока время есть. Такую синюю гадлайк поставил, вот туда. Так, наблюдаю тепловую засветку, возьму 103, перебегай зеленку. Два человека, да, старлей, мы с Эйвором, скорее всего. Только скажи. Все, это пошли. Это синяя гадлайка, видишь, я рядом одинаково. По технике садись. Прямо на высоте почти. Или сейчас будем смотреть. Там пехота русская бегала, мы увидели. Да, трактора Азимут 64, работают свои. А только трупачок вижу. Да, в технику сесть или? Скорее всего, не за склоном. Ты... Делай, Викер, давай, ты за водителя, Кой за стрелка. А вылезали на бочках пехота там. Все, сели все. Уходим на дивину ровно 90, через зеленку проскакиваем. Потом вы, потом мы, потом лап. Работали этот самый. Ну, погнали. Вот, там противник. Там гони ровно 90. Тари. Я говорю, лапки. Да, молодец, тебя отработали. Погнали, проскакиваем прям. Молодости есть, что на ДВ, кстати, ребят? Есть. Старлей, идите на этот холм и осмотрите полностью от юго-востока до северо-востока. Не убили. Может вам помочь это там? Сейчас, подожди. Ладно, и на себе меточку. Возле дороги сейчас нам осталось ПШМ-ку уничтожить и град. Где вы? На холм заезжаем? Нет, а встань где-нибудь не на вершине, главное, ниже маленько. Я меточку-то не вижу все равно. Ну, на это я не поставил. Красная. Красной метки не вижу. Молодости свои задымились? Эй, чуть-чуть. Ну, а сейчас. Да, вот так. Да, вижу. Знаешь, Мальчика тоже. Кто еще? Калар, малюха южнее их учит. Тормози. ПС, ты со мной держишься.
Смотри, смотри, Бэха, Бэха, ровно на юге. Ровно на юге Бэха стоит. Блин, на юге Старлин. Бэха. Бэха на юге. Да, 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 в этом... Танка. Да, РПГ сработал, танк отработал в эту группу домов. Там, там до хера пехоты, блин. Медь, пометь, пожалуйста, на карте эту группу домов. В этом, поселение, под трубами прямо. Принято, Лизар. Бэт, уходи. Чоник, выкатываемся на 180. Смотри, там... Слон, давай тебя поддержим. Давай, давай, давай. 175, старый, 175. Не, примерно. И все сидеть. Кто там настрелил? Вам работает. Точно, работает просто. По вам работает или нет? Нет, он работает куда-то по городу. Давай, 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 давай. Ну точно, брат, не вижу. 100%. Бронебой, бронебой заряжай. Все, наблюдаю, стоп, машина. Работай, все вижу. Я метку, брат. Блядь, промахнулся, назад, 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 блядь. Питер летит. Работает, по БМП-1. Блин, улетел. Давай! Лапку выбили. Чёрник, назад! Коль, железное строение, по нему захерачит левее чуть дороги. А, всем, чёрный, на выбитую лапку. Ещё и заранее сейчас... Танк, так на ДВМ. Не выбили? Готов, готов, ещё раз выкатывай. Вот отрабатывайте фугасами. Вы выбили точно её? А, да. Так, сабовскую метку наблюдаешь? Машина. Да, мы выбили эту бэху только что, это УДК. Разведка в здании, наблюдаю. Маркер. Секунду, там куча пехоты. Так, да, на противника, там человек бой. Не оставить, перемещайте внимание все свое на восток. Под забором, дырки забора, слон. Правее бэхи, правее бэхи, дырки. Принял, принял. Зачем вы машину выгнали? Назад, давайте. Правее дырки, не наблюдаю за светку. Наблюдаю, да, за светку. Он там спрятался, спрятался. Правее дырки просто по забору, лупи правее дырки по забору. Стой. И там он. Да, он там стреляет по нам. Дымы, ребята, дымы. Старлей, повторяю. Да, дома отлично. Перейти все внимание на восток, наш. Ранен. Ранен, дым восток. Нету. Лечи, Тейлор. Нужен медик, ноги больницы. Вот. Тейлор, где? Перед тобой прямо, вот на юге тебе. Южнее. Сзади, сзади, Старлей, сзади. Старлей, еще раз повторяю, просмотри весь восток. Там враг, нас обстреливает враг сейчас в данный момент. Восток, куда юг ровно. Кой, левее, левее. Еще левее, еще левее. Мы по домам отработали, посмотрите как еще там. Левее. Чуть вперед, дай. Чертик, чуть вперед. Сейчас посмотрим. Хорош, хорош. Забор, рушьте забор, мужики, рушу забор, рушу, рушу. У нас осталась пехота, но ее достаточно много. И лавка, эхо, на той метке отработал нашу лавку. Принял, уходите, пехота. Старлей, еще раз повторяю, обрати внимание, азимут 60. Так, Тейлор, азимут 80, займи гору и загляни за ту сторону. Практически еще возможно. Старлей, азимут 80, бегом на холм. Один наблюдаю. Противника тебя на юге. Он забежал за холм. Противник на восток. Принял, принял, принял. А на 200, 300, кто внизу бежит. Да, танк, противник 220, стоит 220. На мой, ровно на моей метке кто? Дороги. Грешник бежит. АПС, давай за мной бегом, азимут. 200, наблюдаю, убегает от нас. Противник, сажай, уничтожай, да?
бежал за это, за строение вот этого. Парни, это грешник, обойду с флангом. Повтори. Это грешник, попробуй обойти с флангом, потом доложу. А, все, вижу метку. Пройти левее, чтобы ангар осмотреть, если можно. Бэха стреляет. 80, 170. Сколочными бронебой переключай. Вижу Бэху, Кёниг, срочно давай сюда Азиму там, блядь, 60. Бегом, 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 бегом на машине. Аккуратно, аккуратно вылазь. Вылез, там, вылез из нее, вылез один. За нее спрятался. Добивай Бэху, добивай. Перезаряжай. Сами 60, быстрее. Нету перезарядки. И бой кончился? Да. Повтори, Кёниг, куда выезжать? На 60 на машине, я тебя встречу. Бегом, бегом, бегом. Вижу Бэху. Еще один пехотинец с дырки смотрел. А стационары лавка. Лавка не может передвигаться. Лавку надо добить. Добьем. Я добью лавку. Так там как минимум трое еще. На связи. Их стоит. Один за Бэхой, второй в дырке, третий ушел на этот. Азимут 200. Наблюдаю его, выглядывает. Не видим никого, не та, по которой стреляем. Молодой. Метку видим твою, но засветов не видим. Принято, все. Добивать надо, она еще. Тима, давай, Тима, там была еще раз. Вот она смотрит прямо в этом городе. Метку на танк поставил. На, Азиму 174. Как живой, на 60, Кёниг, поехали дальше. Поехали в ту сторону, давай. Танк на севере. Где вы меня? Шамали находится. Практически ну, за картой. Стой, давай на ту сторону. Можете отработать. Убьют и берем первый маркер. Обязательно нужно взять. Правее, бери, Кёниг. Беру танк на связь. На связи, мы уже занялись. И трассера примерно. Вот, даю трассера прямо на нее. Стой, 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 давай. Вижу пехоту, блять, не вижу ее никак. В нуре остался кто еще? Пехоту замочите, чего вы? Слон, табуляцию жми. Тут табуляции на лавке задолбали уже. Атаман играет. Ну там все вылазит. Связи. Он мне продолжает смотреть молодок и не смущаться. А где там стоит, где здание, да? Вот она выбита, стоит, ее надо тупо пробить. Принято. Поедьте к нам подъедьте. Это, а, поехали, здание, папа. Прием в нуре есть? Ты грешник, подхожу к Бэхе. Давай. Что, в нуре есть? Чем ты к Бэхе подходишь? Я вижу маскирацию, ты грешник? Вот здесь. Пиратировать будем. Фокс это я, вот ТГшник или нет. Право от Бэхи, короче, лучше посмотри, там противники шарятся. Понял. Что ТГ? Изучает. Эл, одна мина себе метки, не надо знать. На после Бэхи засветка была. Русские или наши? Ребят, ускоритесь, времени мало. Внизу стоит или нет? Сейчас, подаю прям на нее трассер, ну. Да, с дыром на КВ выйдет с ними. Все. Да. Несколько человек. Это грешник может быть. Нет, я еще не подошел. Я вот по полю только подхожу. Поехали на 60. Старлей, вы дошли до горы? Так точно, метку поставили. Да. Наблюдаете что-нибудь, нет? Да. Нет. По ТМ-2 не работало сейчас? Нет, сейчас подожди. Нет, там еще один снайпер, который убегал на 200 от нас. К нему работают. Я готовлю колеса. Давай. Что говоришь? Блин, жопа, да. Прям до этой горы гони.
часа, внимание. Командир. Так. Ну, хаммер сожженный, короче, наш. Лавка, все, давайте на метку, вот как вот. Вот, наши оси сбиты. Нет, это как почините, выдвигайтесь, азимут 60, примерно, метка стоит. Принял. Так, парни, на. Росман, возможности не имеем наблюдать, только верхушки одни зеленки и все, он в низине полностью находится. Старлей, сможешь найти позицию, чтобы наблюдать именно то, что нужно? Только вниз, в Росман спускаться и пиздовать вдоль. Наблюдаю, спецназ. Пробуй что. Давай. Старлей, азимут 30, сразу. Смотри, там кто наши, не наши стоят. Азимут на какой? 30. 35. На холме метки на противника. Метку поставил, там противник еще есть. Ой, Векер, срочно на 60 к нашему хаммеру. Гоните. Два человека в полный рост. EPC Incorporated, давайте на 200. Это враг. Спуститесь маленько. Тебе поднял. Левее дела, еще левее два человека. Вон, Азимут 35, посмотри, пожалуйста. Вот. Гоните на нашу метку. Похоже, машину. Похоже, лавку УДК подбили только. Как принял? Азимут 35. Принял, минуту. Приехали. УДК, потому что УДК... 2 километра. Видели чью-то лавку только что. 35, 2 человека лежит. И наш. Провет. Тебе подъехать? Да, ко мне подъедь. На холме мы лежим. Провет, 4 человека еще. Все, сюда едем, да, на холм уже подъехали вообще. Там целое деление, скорее всего. А, вижу. Расстояние, Сталин, скажи срочно. Да хуй знает, большое. Я посмотрю. Вообще заехал. Это снайпер. На холме. Слазите. На метках совсем, Алекс, пехота. Еще по азимуту 40 трассера летят. 200 примерно. Никто может отработать метки совсем, Алекс, пехота. О, уничтожать надо срочно. Кого? Я там видел двоих вас. У нас не хватит колес для смены. У нас минус 3, еще одно колесо. Камера, подойдут тебе колеса? Тихо. Камера. Нет. Камера подойдут или нет, парни? Хэви. Хэви идет, читает. Наши лавки есть, у УДК нужно одно колесо, своих уже колес нету больше, кто может предоставить? Да, отделение, КДРов у нас вроде есть колесо, но мы далековато от вас. Если... Кот, вот видишь, совсем маленькая пехота, и пехота, вот там так они расположены, очень безграмотно стоят метки. Где вы находитесь? В своей метке. Чертик, у меня в камере лежит два колеса, хэви дилетая. Слушайте, слушайте, прицеп, на прицеп можно вытащить ее хотя бы? Камерами нет, а Кёник подъедет, попробует. Это вытащит. Так это Скайфокс, я остался один, из дура на хаммере выезжаю, куда подъехать? Выехал, бетер выехал там, азимут 30. Чё это такое? Вот это по нам сейчас будет работать. Это ГЭ, ВС. Стол уничтожай, бетер. Скайфокс, смещайся. С этого, всё кончится. Саб Казак и потом в Росман. На 280 наш танк катается, кстати. Соединяйся. Они на севере, Бэтер, заметьте выехал, БТР. Сейчас будет по нам работать. Для штурма Росмана. Метки куча пехоты, метки САП-7, Алекс. Нет зоны, не наблюдаю. БТР очень далеко. У наша пока без колес, помочь нам не может. Есть у кого чем отработать? Человек стреляет, это вы, старый? Слон, нет, это не мы. Метки значительно, значительно, да. На врага. Дальше аэропорта получается за ним. Кёник, правый, левый передний меняй. Давайте, парни, быстрее, нам нужно подвигаться. Там на 30 БТР нас палит, прям на нас смотрит. Да, и хер. Зак, а ты танк видишь еще? Да, Старлей, осмотри полностью весь восток. Пальцы маленько ниже спустился на восток от нас. Ниже. Что колесо у вас, чертик? Да и меняй, нам осталось одно колесо сменить левое. Я не нужно, тебе. Все, меняю. Видит вообще. Вот, а кто у нас без нас пошел уничтожать? Так, Слон, скажи мне, по боезапасу у тебя что стало?
показатели осколок сил или кумулятив. А по ДСТ? Шамали свои есть? На кого? Да очень много пехоты в Шамали. Свои там есть? Как возможно, надо сделать двиг. Повторяю. Метки на них не стоит, тогда уработает. Дик по КВ. Работай, если маркиров нет, что сделать? Принято. По КВ. Типа карту за такой сдвиг. Проверка связи. Проверка сдвига. Вот от нас ТОВ на восток уехал сейчас. Его Бетерс обстреливал с 30. Блин, наблюдение. Наблюдатели продолжают смотреть на нас. Целое отделение палит нас. 30. Да. Мы с ним переглядываемся тут. Побегает там. Два кайфов. Фокс, не видел, Браслан еда. Не видел никого из пехоты. В МСВ, ЦТГ, ВС. Никого не видел. Ну разреши мы с Тейлором, что ли, пойдем, может. С Тейлором, выдвигайтесь на 40, ангары посмотрите. Принято. 25 минут осталось до... Ангары имеешь в виду, которые... Да. Ускоряйся, что ускоряйся. Ангары, которые на 40. ЦТГ, что которые? 40 это. Входит на 40. Но мне нужно, чтобы вы отработали противника, знаете где? А, на 30 за... Пехота будет на 30 за аэродромом, там наших... Холме, где, да, которая пехота? На холме, которая... Я работаю, наблюдаю за светки. 200 гоняю. PC Incorporated, за мной, Кёник, за мной на 40, идем зачищать ангары. Гром тоже? Не вижу, долетают ребята или нет. Долетает, долетает. И Кёник, оставайтесь на прикрытии машины, ветер, давай тоже за нами. На бронебой, бесполезно по пехоте. Я понял, хотя попугаю. Кто на прикрытии стоит? По мне стреляет, по мне стреляет. Павка Деров, Лализар, чистый. Бегатинец был. Ну, бил того, красавчик. Для дальнейшего указания, мы вроде... Мне тоже стрелять, парни. Снять куда? Попадание от его. Стреляй с этого. Стой, 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 стой. 70. Накиньте мне, что ничего не искать. Вот, надо стрелять. По аэродрому свои бегают, нет? Да, свои. Входим. Смотри, Шамали. Кот с Азимут 70. Стреляй, Азимут 70. С этого, с минарет стреляет. Прям. Нет, сможете разрушить на 70? По минарету. Разрушить не сможем, отработать, да. Кстати, по минарету. А, прям до забора, гони быстрее. Нет, не наблюдаю. Здесь маленько, откуда можешь наблюдать. Наблюдаю, ты должен видеть. Нет, здесь. На 59. 9 принял. 9, всплывает засветка. Кто? Ты. Даник сидит. Могу определить, кто это. Стреляю на минарете, наших нет, работает. По нам из клаша он палит, стреляю его нахер. Принял, работаю. Теперь поезд за мной быстрее, идем за ангар защищать. Стой, камера. Бросай. Один. Некоторые полуразрушенный минарет. Правее, который.
Ударите, засветок не наблюдаю. Полуразрушенный, который с разрушенной вершушкой. Принял, там засветок не наблюдаю. Скрыть за нами на хабе. Оттуда стреляют сейчас по нам. Передвинем, кстати, сейчас покажу где. Давай. Ты ладно. Все, вижу, стоп, машина. Вкалываем. Нашел их там. Поразил. Меточку, ребят, меточку. Есть, 58, 58. Вижу еще одного. Здание. Левее и Ангарата. Это дыр, мы ставим на ДВС. Так, еще на 60, на 60, вот я рядом. Практически уничтожили радар, там осталось совсем. Давай, на рядом, пожалуйста, метки на нас. Тыку на танк, врага, вижу, вижу, чуть вперед. Вот, дыр, радар, уничтожили. Не хотите, слежи. Чего? Радар уничтожили. Это не тот радар. ПВО не уничтожен еще. Мы продвигаемся в шахтах. Еще вперед, еще вперед. Быстрее, а виноват, это наш танк Абрамс. Стоп. Лавка, блин, ты на связи, отработай этот радар на этих фугасами. Его. Принят. Чуть ниже или... Помоги Вейкеру. Вейкер, посмотрите, живой или нет. На 60, Вейкер, там же давай лежит. Поставил черную метку. Далеко, я не могу понять, что за танк. Меня убивают сейчас. Викер погиб. В большом ангаре кто лежит? Противник. Сука, три ангара. В первом ангаре возле камеры кто лежит? Сбоку возле ангара кто там бегает? Я первый. Там стрелял калаш только что. Юго-восточный ангар стрелял калаш. Слон, посмотри, пожалуйста, на зиму 48. На холме возле забора там. Наблюдаю, я не пойму, кто это. За забором, что ли? Да. На нас. Да это кто такой? Работаю по нему. Смея наших нету за аэродромом. Проходим и... Ой, проскочи ангары по-быстрому на машине, посмотри. Вот попал. Давай мелким пулеметом, мелким дробатом. Вот, а что на этом маркере мы ищем? Что мы ищем тут? КШМ-ку или ГРАД? Что-то одно из... КШМ-ку или ГРАД? Ой, на связи? Понятно. Быстрее проскакивай и ангары посмотри, есть КШМ-ка или что-то здесь у нас. Чуть-чуть. Пока я не сдох. Фил, на связи? Видишь лапку? Кто-то из твоих бойцов видит лапку? Кто на нас? Стой, блядь! Кто такой убил? Слева. Ладно, принял. Мы убили. Skyfox, свой танк. Нам на поле мало. Отлично, итак, я два ангара просмотрел, сейчас третий пойду. Заехали на аэродром, кот. М2 кто-то занял, М2 кто-то занял. М2 как? Кто занял М2? Сзади, по-моему. Занял наш этот самый хаммер и стрелял с камеры, я снял его. 90 хаммер. Красава. 90 свои там. 190. 190 принял. Парни, вы в Росмане посмотрел ангары, ангары чистые, значит в самом Нуре где-то машина стоит. И в самом Росмане где-то внутри, в ангары чистые. Коник живой? Девяносто хаммер, никого в нем нету. Я сейчас проверю с хаммером сзади за холмом. Я проверил все ангары, в ангарах чисто, значит в самом городе машина стоит. Осталось 19 минут. Да. 77 наверху, засветка. Это Дэвил на связи? Камер на 102, за ним будут следить. Есть кто-то или нет? Старик. О, самой зоне есть стрелял? Кто-то, я вижу там перед зоной. Да, на стене. Нет, пакет есть? Нету, на 102 нету меток наших, ни наших, ни чужих. Камер стоит, в пехотине за ним. Не могу работать. Смотрите, могут свои быть, осторожно. Черт, как у них форма выглядит? Так это суп. Точно, зеленая капка. А ВДК подъезжают к ангарам на машине, или не подъезжают? На машине. Там что-то есть, не может взрывчатка. На машине едут, короче, свои к ангарам, сейчас подъедут.
проверили аэродром, это УДК. На аэродроме нет машины, которую нужно взорвать. Она именно в самом городе, повторяю. Все, я от ангара бегу на 140 и в город буду входить. На машина сейчас наша едет. Я тоже на 140 выдвигаюсь. Двигаемся, парни, все в город. Тело, ты живой? Кто работает? Убил пехотинца вражеского. Убил врага. Вот, я сзади, возле последнего. СРПГшки ставят, падла. Ты мог падла, он для хаммера был свой. Все идем в город. Сейчас заминирован радар, сейчас взорвется, короче. Поднял вражескую расу, сейчас проверим. Главка сам на... На 120. Не стреляй сейчас, снайперка, не стреляй. Народ, ускорьтесь, времени мало. Быстрее там со стула. Мы хаммер стол вам украсть. Где вы зашибень было? На 140, который едет. Здесь чуть подальше или смотрите, кот. Я отработаю тебе. Стоп, мам. Кот, а слышишь? На 120 ниже спускаюсь. Слышу, да, Галар? Короче, они докладывают, что от них Хаммер Стоум на 140 получается по азимуту. На 140? Не знаю, они про наш говорили или... Сзади. Азимут 126, засветка в лесу. И еще они говорят, что у них какая-то лавка на 120, по-моему. Не сзади. Беттер в городе, азимут 110. Понят. Метров 30-40, сейчас попробую отработать. Расстояние примерно какое? Да, 300-400 метров. Да. Как это так? Значит, 15 минут должно было остаться. Триггер засек сначала этого самого фристайма. Дарта уничтожен, написала.